Всем привет! И вы у нас сегодня на канале Школы танцев. И у нас, как всегда, в конце недели, сегодня опять воскресенье, мы подводим итоги, что у нас было, что у нас будет. Итак, у нас была поездка в Киев, ЛКС, лучшее командное шоу страны. И вообще никого из вас не видно, если честно, меня ребят. Меня всегда видно. Видно одного Тёму. Меня. Итак, мы сегодня едем в Киев. Мне не видно вообще, темнота. Видно Тёму одного и Даню чуть-чуть. Едем в Киев. Артём, как ты? Едем в Киев, но... I am в Киев, ты мэр. Что там, куда ты едешь? На чемпионат Европы. На чемпионат Европы? Да. Что ты будешь танцевать там? Я буду... Сольник буду танцевать, приза iPhone 5000. Хочешь забрать? Ты за бабками едешь? Красавчик. Давай кулачок. Доброе утро. Доброе утро. Артём, ты куда собрался выходить? Поезд. Поезд собрался выходить? Да. Или с поезда? С поезда. Я с Артёмом. Как поспал? Прикольно. Оно не холодно? Не, у меня там все четко. Мне тоже. Мне холодно было. Мне вообще жарко. Иди сквозняк, поэтому по полу идет. Да не холодно, а мне вообще жарко. Ну тебе понятно, жарко, ты одетый. Дима, куда мы едем? Тёма. Вверх. Мы едем вверх. Мы уже в Киеве и... Тёма, поверни. Мы сейчас идем в Макдональдс в 7 утра. Мы приехали на ЛКС, и сегодня мы представляем трех танцоров. Это вот Артём будет танцевать соло, Дэн будет танцевать, еще будет соло танцевать. Вообще мы впервые представляем такую категорию, как соло. Интересно для нас, на самом деле, как это будет, потому что первый раз мы танцуем в таком мероприятии, такого уровня. Еще у нас сидит вон человек за оператором. Человек-оператор, который будет танцевать в батлах. Поэтому сегодня будет очень интересный день, и думаю, что будет есть что показать. Сегодня у нас были тренировки по брейкдансу, по хип-хопу. Все группы занимаются сейчас подготовкой к батлу, к нашему батлу, к нашему день рождения. Это то, что вы можете все увидеть в интернете. Сейчас мы еще готовимся на такие батлы, как Заруба. Мы в том году, кстати, Дэн выиграл первое место, и мы хотим еще и в этом году поехать побатлить, уже большим составом поедем, почти все, наверное, командой. Кстати, будем тоже снимать влог. Еще хотел бы сказать, что 26 числа мы будем снимать влог. Мы снимать влог будем нового формата. А формат будет интересен тем, что камера будет переходить в течение дня к разным людям, и каждый разные люди попробуют у себя роль оператора. То есть это будут дети, которые будут снимать влог, и потом с этого материала мы будем монтировать. Кстати, ребята из Черкас тоже можете приехать, попробовать, поснимать, попасть к нам в влог. Давайте все ждем. Числа 26 марта у нас будет наш батл, который посвящается тому, что к нашей команде уже один год, и мы хотим подвести итог того, что было сделано, как вообще развивались, и на самом деле хотели бы видеть в гостях у себя очень много друзей, всех с теми, с кем мы общались, с кем мы танцевали, проводили этот весь год. Мы пригласили
всех танцоров с области. Надеемся, к нам приедут ребятки поздравить нас. Будет очень интересный прокач, потому что прокач будет в формате кругов. У нас будет играть живая музыка по топ-року. В категории топ-рок будет играть барабаны. Впервые, кстати, у нас в городе это будет происходить. Хотим прокачать культуру, чтобы здесь видели не только батлы, селекшены, да, еще прокачались в кругах. То есть хотим такого формата, чтобы все произошло. Привет. Привет. Дима. Рома. Рома. Привет. Андрей. Привет. Назар. Назар. Ничего себе, тут у вас так прикольно. Ай, а что же он? Как приехал в Смелово, это в группе Carry Rose. А потом с ребятами я в принципе понял, что бас-гитара это не мое, а более такой ударный материал, это мое. А и... ты откуда-то приехал? Я сам со Смелы, и потом некоторое время жил во Львове. Там учился, в принципе, то у меня также диплом хореографа, я выучился на хореографа. Но только по спортивно-бальным танцам. Ну, в связи с травмой я увлекся своим хобби. У меня травма была спины, тоже получена в спортзале. Вот. И увлекся музыкой. На барабанах я... Творческий человек, творческий во всем. Да. Блин, очень круто, на самом деле. Ты с West The Crew знаком, с ребятами? Знакомы, вместе проводили чемпионат по брейк-дансу во Львове в клубе Пикассо. Кстати, если Жека смотрит, привет ему. Очень классно, потому что ты в курсе, что нам надо. То есть не надо входить. Ты сразу сыграл именно тот сет, который вот надо нам, в принципе, и все остальное. А что вы еще тут делаете вообще? Чем вы занимаетесь? У нас, мы играем, у нас группа в моей голове. Вот, собственно, участники группы также. Андрей бас-гитарист, Рома вокалист и гитарист. Основной фронтмен, можно так сказать. Ну и я барабанщик. 26 числа, слышали сами, вообще говорить нечего. То есть я даже говорить ничего не буду. То есть тут сразу по факту понятно, что в курсе дела. Я такой вообще в шоке план. Такой зарубал. Меня станцевать захотел. Эй, это же наши гости с Смелы. Наши тут еще 17. Рад приветствовать. Это все интересно. А, да, не сильно наибольшая. Тём. Так, мы уже зашли в зал. Сегодня, ребятки, будет очень крутая штука, потому что у меня есть повторный билет на мастер-класс. Как тебе здесь? Сцена тебе нравится? Хочешь тут выступить? Я грустная. Ну, я понял. Так, мы зарегистрировались, проверили все, вроде классно, посмотрели, попробовали сцену. Встретили очень много друзей, очень круто, кстати, вот вообще был рад видеть многих ребят. Сейчас идем кушать пузатую хату. Так, как всегда, мы зашли в пузатую хату и сейчас будем покушаем. Уже будем сегодня находиться полностью все время в... Приятного аппетита!
Артем, ездили, возили сольники. Они танцевали первый раз в категории соло. И вообще, это первый раз мы пробовали, что такое соло и как оно происходит, что это вообще собой представляет. Как бы мы знали, ну, единички, батлы, все такое. Но соло было для нас впервые. Хочу отметить то, что Дэн занял 9-е место, набрал довольно неплохое количество баллов. Сольник мы готовили всего 2 недели, то есть мы не готовили его там год, два или там еще что-то. То есть мы приготовили соло, собрались и поехали. Плюс он еще и был заболевший, поэтому как бы станцевал. Ну, в принципе, станцевал неплохо. Я был на 2 мастер-классах, это у Кенза Альвареса и Титаренко Егора. Очень прикольные классы, мы позанимались тоже, кстати, в этом влоге это все будет. Итак, конец тренировки по брейкингу, готовимся на батл 26 числа. Артем, скажи, как ваше впечатление после сегодняшней тренировки? Класс. Класс, что-то новое учили? Да. Хорошо, когда ты уже гелик раскрутишь? Не знаю. Нет, давай нашим подписчикам обещание, что ты сделаешь через сколько? 10 кругов гелика. Через месяц. Через месяц, все, поймали тебя на слове. А ты что обещаешь, сколько? 20 через месяц. Если ты не сделаешь, то что? Не капец. Что значит капец? Смотри, все. Окей. Назар, ну расскажи, что ты сегодня делал? Я сегодня занимался схемами, фристайлом. Прикольно, что ты мне так прокатывал. Да. То что? Идем чай пить. Thank you.
очевидно и так, да? Тебе нравится ездить в метро? Не знаю. Тебе нравится ездить в метро? А? Нравится ездить в метро? Нет, холодные ручки. Ты хочешь, чтобы они тепленькие были? А я какие-то двери открываю и тупо горячие. Ой-ой-ой. Вот так. Тут люди заботятся. Даже ручка не прибавит.